Отправляемся через холодные воды Кольского залива, чтобы увидеть северное сияние прямо среди дня. Такое звучное имя носит суперсовременная морская буровая установка. Путь занимает 1,5 часа. Все дело в том, что по заливу передвигаться быстро нельзя. Даже зимой здесь оживленное движение. Буровая платформа «Северное сияние» – настоящий искусственный плавучий остров. Высотой она почти 130 метров, ширину около 120. Это высокотехнологичная установка, способна выполнять сложнейшие задачи в арктических морях. Погода, увы, портится, с севера надвигается снежный заряд, а это значит, что на борт нам не подняться. Но и с воды масштаб этого острова технологий впечатляет. С августа по октябрь буровая «Северное сияние» работала в Арктике, лишь недавно вернулась в порт Мурманск. Ее главные задачи – бурение на шельфе и строительство скважин для разведки и добычи природных ресурсов со дна арктических морей. Дело очень непростое, требует огромных знаний. С руководителем филиала общаемся у еще одной буровой установки – ветерана арктического бурения. Платформа «Северное сияние» – это одна из двух самых современных буровых платформ в Мурманске. Огромная, большая платформа, водоизмещением около 60 тысяч тонн. Может работать на очень больших глубинах. Но в этом году мы работали тоже здесь, в Арктике. Перевезли эту установку большим судном перевозчика с Дальнего Востока. Она вернулась в порт приписки. В порт приписки Мурманск «Северное сияние» доставили в августе. 90 дней транспортировки вокруг света – сложнейшая операция. А уже в конце августа буровая приступила к работе в Арктике, где погода меняется быстро, шторм и ветер будто испытывают экипаж и технику на прочность. Полупогружная плавучая установка может совершать самостоятельные переходы, производить буровые работы на глубине до 500 метров. А на месте ее удерживают 8 мощнейших якорей. На «Северном сиянии» экипаж около 80 человек. Большинство прошли подготовку в ведущих морских и нефтегазовых вузах страны. Много и выпускников Мурманского технического университета. Наш экипаж многоплановый. На ППБУ работают специалисты очень высокой квалификации, морской, буровой, технической специфики, службы быта. Команда отличается профессионализмом, ответственностью и любовью к своей работе. Члены экипажа являются штучным товаром на рынке труда. Работа на буровой в море – это еще и увлекательное дело, где очень важны знания, точность, скорость реакции и умение быстро принимать решения. Море, бурение – это две сложных вещи, которые надо сочетать. И главное – обеспечить безаварийную работу и без каких-то проблем с экипажем, с людьми, обеспечить соблюдение техники безопасности в полном объеме. Это очень важно. Безопасность здесь в особом почете, ведь море ошибок не прощает. Поэтому сразу после окончания сезона работ на шельфе начинается период подготовки к следующему. Потребность в природных ресурсах с каждым годом растет, поэтому от стабильности работы буровых во многом зависит и стабильность экономики страны. Янина Морозова, Павел Третьяков, Татьяна Лежняк, ТВ-21+.